Профсоюзный комитет ООО «Торфобрикетный завод Лидский» поздравляет всех работников и пенсионеров предприятия с юбилеем, с 60-летием со дня образования. В этот прекрасный день юбилея нашего предприятия от всей души поздравляем вас и желаем крепкого здоровья, любви, гармонии в семье и уюта в доме, сил и терпения в достижении целей, удачи и везения в любых начинаниях, чтобы ваша работа приносила не только хороший доход, но и настоящее удовольствие, а главное – замечать что-то хорошее в каждом дне и от этого становиться чуточку счастливее. Ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Я желаю мира, я добра желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. И мне немного надо, хочу, чтобы были рядом любимые и вся моя родня. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтобы до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем солнце.